И всем привет, вы на канале Ведроид Гейминг, меня зовут Александр, сегодня мы продолжаем играть в Танк Тастик, уже конец рабочей недели настал, почти что она закончилась, чем я вас и поздравляю, а пути новичка еще не было, так что сегодня мы будем выгуливать Чифтен, попытаемся апнуть хотя бы парочку левелов, возможно даже один, ничего страшного, да. А 33 бэшки у нас уже есть, скоро мы закончим этот танчик, такой, знаете, финал сезона будет, а потом перейдем куда? По-моему, на Челленджер первый, да. Круто, 39 ИБшек он стартует. Как скоро это будет, я не знаю. Ну, сделаем все возможное. Погнали в бой, смотрим, кто есть кто. Доступна только одна карта, но зато, блин, какая дес-матч на демо-мапе. Это круто, погнали смотреть. Так, надо определиться с противниками. Возьмем вначале кумуль. Ну, этот парень не очень любит кумули. Отразительный парень, да. Сразу в мясо, что мне и нравится. Да, как видите, аимчика нет. Надо, наверное, было все-таки... Да сколько в тебя можно стрелять, мужик? Надо было фугасики для него взять. Так, кто это появился? Блин, какой он медленный. Какой он медленный. А, жесть, не успел даже повернуться. Без аимчика будем играть, потому что он меня люто бесит. Ничего против не имею людей с аимом, но я что-то не привык к нему. 203 урона. Замечательный кумуль. Давайте проверим, сколько фугасики бьют. Главное, чтобы легкие цели были. Вот легкая цель есть. Ну, это тоже нормальная цель. Давай, бэцкую убили, замечательно. Даже урон не увидели. Так, хилочка спереди. Блин, за нами гонится Магах. Я с ним ничего не сделал. Фурик, стой! 45, мало. Ну, блин, он отразительный. Эх. Ну, прям замес, как я люблю. Жалко, танк у нас медленный. Надо как-то дистанцию соблюдать, может быть. Короче, надо разыграться. Все? А чё так мало-то, блин? Заработали сколько? 157 опыта. Ну, или 471. Куда смотреть, не знаем. Итак, поехали. Кто, блин, создает карту до 20 киллов? Это жесть. Лет бомбом. Ну... Мы умерли, да. Хорошо появились против двоих. Ники вообще незнакомые. Вот никого не видел. Фурик только запомнил по предыдущему бою и все, да. Замечательно, убил пацана. И что, доволен ты, убил его? Не надо в меня там стрелять, ничего. О-о-о. Походу, у меня интернет лагает. Да. Или нет. Или я просто ракую. Ну сколько тут будем? Давайте каточки две. Или надо смотреть на опыт, чтобы левел получить. Я-то тут, в принципе, и часок могу поторчать. Ай, кто-то у меня стреляет уже. Прячемся за забор. Ну это килл. Смотрите, как башня поворачивается. Надо башню покачать. Лови, мужик. 47, очень мало. Но я не успею перезарядиться. Пипец, блин. Что-то я того самого, да... Страдать начинаю. Так, кто там есть? Наш убивец. Лови. Пыцк. Так вкуснее, да. НЛД. Да что это происходит вообще? Блин, на этом уровне ИБшек, конечно, лютуют леопарды. Не дать не взять. Вон даже кто-то вышел от него. Трупы, блин, я живых хочу. Не попадем, долго слишком летит. Ладно, фугасами будем откидываться. О, нет, давай, дубль 2. Да что это такое-то, блин? Давай, мужик, давай. Я дом убил, видел? Тебе понравилось? Да должны мы его были убить уже. Если бы не дом убили бы, наверное. Ну, что-то как-то капец, блин. Мы так долго будем качаться. Кто там, кто там, кто там, кто? В принципе, мужик, лови гранату. Я нажал на снаряд, а он не переключается второй раз уже. Что это такое происходит вообще? Я не понимаю. Я не понимаю. Хочу фугасы взять, а он не берет фугасы. Прикольно после этого танка на танках кататься ракетных. Я там не помню, кого качал с ракетами. А, по-моему, Магах как раз скачал. Хочешь фугасы взять, тыкаешь на птуры в упор. Это такая жесть. Stupid Light Tank, да, именно так. Stupid Ведроид Гейминг, вот так вот, 1-7, счет. Самый топовый, самый топовый в мире. Так, нет, фугас, наверное, надо брать. Беру фугас и вижу Магах. Да не убивает, а я нет. Печаль. Берешь кумули, видишь легкую цель. Ну, сейчас-то мы тебя победим, мужик. Как ты выбиваешь меня под... Ну, что это такое вообще? Две тычки и все, и до свидули. 1-8. Подожди, мужик, нацелюсь. Давай, чики-бомбони, давай, раз. Куда тут попал? Хоть с плешком-то задевали. Да, с плешем задевали, урон дали. А, нет, это он этого убил.
Давай наугад пошмаляем. Хочу много сплэша. Так, в забор не вырастай. Замечательно, сейчас другого еще заберем. Кто тут? Кто здесь? Понятно. Нет, 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 нет. Тоже фугасами лупится, три. Ну и что ты делать будешь? Обоссаться и не встать, давай. Но он меня перестреляет опять. А, нормально, хотя бы так. Не, по 300 дают опыта за него. То есть это надо его 10 раз убить, и у нас почти что левел будет. Потихоньку выравниваемся. Ну, вряд ли мы уже в плюс выйдем. Катка закончится. Ну, блин, капец, конечно. Что-то я дал тут Гарри мощи. Не попал, но урон нанес. Фугас — это круто. Давай на переждение. Мне показалось, что он отразил, короче, выстрел мой. Давай ты в него попадешь, мужик, хотя бы разок. Ну, блин, они вдвоем стреляют. Я его так-то перестрелять не могу. Нет, Чифтан мне не нравится. То есть, я привык, наверное, на советах играть, что они прям танкуют. Чифтан какой-то очень мягкий. Им реально надо где-то в засаде стоять. Я этого делать вообще не люблю. То есть, тупо не мой танк. Ну, что, ты хочешь птуром в меня попасть? Тебе и так хватает урона. 18 киллов. Я только 3 сделал. Не, ну мне опыт-то идет. Вот до сих пор падает опыт. Давай. Попадай, мужик. Хоть раз-то попадешь или только сплэшем будешь бить. Ну, хоть убили. Так, кто-то сзади стреляет. Кто же это может быть? МБТ. МБТ. А, нет, это такой же, как я. Сколько он набил? Давайте посмотрим. Или он только зашел? Да, он только зашел. Учись, мужик, как играть надо. Двенашку набил. Ты так не умеешь, наверное. Опять кто-то зашел. Ну, что ты? Думаешь, не увижу тебя, что ли? Хо-хо-хо, боекомплект. Надо, походу, кумули качать, отказываться от этих туров. У пацанов горит вообще пипец. Мне надо было интернет, наверное, переключить. Либо это пацаны лагают, либо реально у меня проблемки. Ну, я думаю, пострадаем. Это же отмазочка. Меня сливают, потому что интернет не работает. Ну, плохо работает. Тупорылый мегафон. Так, 1800. Вот таких вот еще 4 катки, и я буду счастлив. Мы возьмем, наверное, двигатель башни, либо кумуль прокачаем. Все выходят, все выходят, все выходят. Пью. Мы появились одновременно. Как ты неуязвим? Расскажи мне, пожалуйста. Читер, что ли? Читер. Ой, блин, переиграл, смотрите, как вообще жестко. Вот это поворот. Да кого ты так живешь-то, мужик? Сдохни, пожалуйста, спасибо. Вот видите, да, преимущество какое? Надо в него 1000 раз попасть. У меня сколько, 2 раза стрельнул, у меня жизнек нет. Может, надо живучесть прокачать? Ну, тогда я буду с другими парнями попадаться. Вот в чем дело опять, смотри, наша цель. Ну, давай сюда. Ща наведусь, подожди, мужик. Так. Ну, блин, у меня дымов-то нет. Извиняй, мужик, дымов нет. Это кто? Ну, это совет, он танк. Перезарядка, решай давай. Нет. Хорош, хорош. Ну, зато имбы, смотрите, повыходили. Один остался этот. Шавалаш. Блин, я думал, у него мой танк. Он, видать, перезашел на леопарда. Опять этот чувак. Ну давай, показывай. По классике, мужик, да? Че, как, перезарядка норм? Давай еще раз. Нормально. 2 раза попал, половины хипов нет. Ну, приблизительно то же самое. Ну, вроде немного разыгрались. Давайте в темноту постреляем. Ой-ой-ой-ой, в задницу стреляют. Не люблю. Да, замечательно. Он на леопарда пересел. Сейчас будет гнобить нас. Ну, говорю, надо темп поймать игры просто, да. А то с танка на танк пересаживаешься, и ты реально просто не понимаешь, что происходит. Так, дерево она защитит, если что. А, она защитит чувак, потому что он уехал куда-то. Лови фугас взад. Давай, мужик, мужик, мужик. Нормально. Вот, я люблю, да, вот так. Пацаны месяца, а ты просто подрезаешь килы.
Ну давай, сколько в тебя попасть-то надо? Я фугасами в корму стреляю, а ему пофигу вообще. Где-то он там вот стоит. Покажись мне, если не струсил, покажись. Рикошеты ловим. Он хилочку подождал. Фурик, фурик, фурик. Ой, это опять совет. Советом танком в меня туром ходит. А, или вот этот вот чувак. Не, опять им бы зашли. Ну, уже лучший счет. Настеляли чуть-чуть, настроение поднялось. Да, Шавалаш? Куда тебе стрелять, чтобы тебе вкусно было? Никуда. Бешеная перезарядка вообще, просто бешеная у него. Ну, вряд ли мы катку затащим эту. Да я уже давно не тащил катки, если честно. Советов как пересел, все, да. Пошла моя судьба по ресторанам. Прирост, наверное, к ним. О, давайте фугасом по совету постреляем, посмеемся над уроном. Такой же нормальный урон. То есть, если я возьму это, то он прибавится 8 очков, да? Ах ты, моим же оружием, смотрите, в мое же оружие. На тебе. На тебе. Чувак, поменяйся. Фигово быть тобой, чувак, фигово, Салим. На имбах надо еще уметь кататься, да. Ну вот, видите, главное снаряды переключать, да. У нас же цель-то какая, обучение новичков. А надо мной, наверное, только сидят старички ржут. Ну, убейся, нормально. Урон набили, опыта дадут. Отомстил, отомстил, да. Ну, Шавалаш пошел мстить всем, смотрите, тоже. 13 киллов. Так, слева будет противник. И прямо еще кто-то есть. Кто там прямо? Вот этот коцный, мы его заберем. О, это челленджер, смотрите, 39 ИБшек, здравствуйте. Ладно, пофиг. Ты кто? Давай вот так вот сделаем. Майор, походу, был на броне, да? Пыу! Пыу! Замечательно. Помогли, помогли. Да что тебя, блин, Шавалаш? Киллы, блин, набивает на мне, наверное, только. Ну, нормально. Экшен уже появился. Давай хотя бы ломиком получай. Нормально. Давай следующий. Кимперим стоим. Он там коцанный чувак, блин, сзади. Кто-то бьет, наверное, на красной тачке. Нет. Майор, я только снаряд меняю, а ты выезжаешь. Ну, что это такое? Опаньки. Их там много. Надо переключаться на БПСки. Короче, подросли, советы поперли. Жестко. Какой-то странный ник. Берешь БПС, сейчас, смотрите, легкая цель подъедет. Нет, тоже нормально. Вкусная цель. Не попадем. Как сделать-то лучше? В. Что значит В? Походу на клаве играет. Так. Ну, фугасом-то нормально же. Ну, нормально. Окей, окей. Замечательно. Там хилка сзади была. Главное, чтобы не исчезла. Отстань от меня прицел. Ой, динамика классная. Вообще просто шикарная динамика. Кто меня убил? А, ну это Т-92. Мы бы от него не уехали никогда в жизни. Здорово, мужик. Чё, как оно? Давай я тебя в решеточку стрельну. А вот здесь больше будет урон, смотрите. Фантастич, да? Сдается мне, тут кто-то есть. Ты кто, мужик? Нормально. Стреляем на ощупь. Я стесняюсь, сами подъезжайте, мужики, я тут постою. Пью. Вот хороший урон. Пановые идут на своих недокачах. Ну давай, мужик, что? Пью. Не попал, ну ладно. О, много их, надо фугас переключить. Только разошелся. Наверное, еще один надо бой сыграть, и тогда у нас точно левел будет. Так, фуги, фуги, фуги не нужны. Ламы нужны. Вот и хилочка есть, замечательно. Сделаем финт ушами. Ну да, ну да. Пошел я нафиг. Там тоже кто-то был, да? О, ты кумли любил, я помню. Я тебя запомнил, мужик. Ну вдвоем-то вы меня переборите.
нету, может, не переборите. Давай наугад. Нормально, надамажили, опыта дадут, и уже хорошо, да. Вроде бы крутые пацаны ушли, шавалаш один остался. Не, ну эти тоже, наверное, крутые. Я запомнил шавалаша, да. Как ты хочешь, точнее, что ты скажешь насчет кумуля в Бортецке 29? Плохо. 146, хорошо. Боекомплект, ну это смерть. Я не успею перезарядиться. Пока он его починит. Ну пока в топе, видали, да? Разыгрались, так как 3 кила, блин, впереди планеты всей. Ой-ой-ой, сколько народу, давайте вот так вот сделаем. Да, это походу фурик просто лагает, другие не лагают. И тебе достанется, и мне достанется, да. Окей. Ну все, уже не в топе. Печаль. Так, ну нужны кумули. Кумули и борта. По-другому я не знаю, что делать. Все очень жирные. Пью. Что-то как-то так себе. Убил пацана, радостно стоишь, да? Надо патрон поменять, ладно, не буду. Ой-ой-ой-ой, какой противник. Фиолетовый. А, видали, да, как этот камуфляж работает? Перекрасился и уже боишься пацана. Блин, я вообще ни в кого попасть не могу. Давай, ну, чё ты, вот он вот жирный пипец вообще, просто в него все стреляют, ему пофигу. В него лучше вообще, наверное, не стрелять, а стрелять в тех, в кого он стреляет. Забирать киллы. Ну, я тебя помню, мужик. Тебе хилка не поможет. Так нечестно. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха, давай еще раз. Вот сейчас будет огорчение, да, мужик? Надо мансить, мужик. Это я стою, дурак, а ты-то что стоишь? Он сейчас меня убьет. Нет. Три орудия подряд. Нормалдес. Ну, не подряд, конечно, но подряд. Так, это кто у нас тут? Давайте в коробочку стрельнем. Ну, давай, стреляй! 36, что-то мало, пипец. Давайте кумулем попробуем. Стой! Стой, стой, замри! 59. Вот так вот и все, да. Разговор короткий. Ну и ладно. Ну пока так это, вровень идем, конечно. У меня смертей много, я ракал. Но ничего страшного, как говорится. Ну как раз сейчас левел возьмем. Давай я медленно поворачиваю пушку. Раз. Два. Да сколько можно, давай. Два кумля надо. Пока стрелял, хилка пропала. Ну пипец вообще. А чё стоишь-то? Ты давай, умирай. Давай. Аннигиляция. Это может у меня всё-таки проблемы? Чуваки по трупам стреляют. А, это тот лагучий. Окей, окей, окей. Так, ну прикольно, киллы быстрее идут, чем катки. То есть катки даже не 10 минут идут. То есть, в принципе, нормально. Можно так зайти, 5 минут подстреляться, расслабиться. И экшона будет больше в 1000 раз, чем в картошке. Да? Да? Ну, это смерть. Много слишком противников. Так, ну, блин, чувак уже, смотрите, сколько надамажил. 9 киллов, мы его не догоним. Все, можно ливать. Расстроенный пипец. Шавалаш, шавалаш, шавалаш. Да я тебя кумулем напугаю. Уехал. От меня не уедешь, мужик. Так, кто тут? Майор подставляет свой бачок. Не, я не могу так, я не могу. Только по стоячей цели, только в лицо, чтобы в пушку попасть. Нормально. Только начинает двигаться, все, я свапать не могу в этом прицеле. До сих пор не научился. Ну, хилочка еще. Шавалаш, давай, лови лаваш. Катит, блин, мои выстрелы. Давай, нормально. Че, можно тут постоять? Ну, блин, тут будут целые выезжать. О, давай! Джойстик! Куда ты делся? Не убивай меня, пожалуйста, мужик. Сейчас, вот. Мы так уже делали, мужик, давай. Не, я не могу так. Ты раскусил меня, да? Сейчас позорно. Ну, блин, смерть позорная, да, конечно.
Может, они в тиме играют? Вряд ли. В тиме неинтересно. Так, окей, мужик, я тебя помню. Давай. Тю. А чё? Давай. Мужик, давай. Давай, молодец, еще давай. Там еще кто-то коцанный был. Шавалаш, отразительный ты мой, иди сюда. Два выстрела делает, и все, и смерть. Я бы на таком танке, наверное, уже 20 набил киллов. Он мягкий, конечно. Он сзади стоит. Давай, я тебя помню, что я тебя продамажил. А ты от меня не уйдешь. Так, это труп. Я в труп стреляю. А, нет, не труп. А что, урон? А, он вышел. Вот уроды. Выходильщики. Да я видел, что там цель. Видел. Маленькая такая цель, блин. Не, ну мы в топе, ё-моё. Все крутые пацаны опять повыходили. Ну мы и настеляли так нормальненько. Так сзади кто-то есть, спереди. На, давай. Ну ты злодей, да? О, вот это жесткий тип. Я тебя запомнил. Может это вот так вот. По стариночке. По-моему, по стариночке самое вкусное. Продолжаем, меня опять немного задушили наработки. В общем, смотрите, что я получил. Два левела. Можно сейчас прокачаться. Я все-таки думаю прокачать снарядики. Возьмем этот снаряд и вот этот вот снарядик. Будем клевые, да. И поедем еще в бой, потому что мы накатали часика пол, наверное, только. Кто есть? Заходите, буду рад. Ну, давай, будешь рад. А мы заходим. Так, куда прыгнуть? Ротный, не ротный? Давайте сюда. Здесь тимка послабее, мне кажется. Вертолеты лютуют. Где противники? Что-то все умирают. Так, 7 минут. Ой, нифига, за снарядик-то попал. 300. А я сколько ИБшек получил? Че меня так убивают? Я к злым парням пришел? Ну, ладно, сам сюда прыгнул. Берем, наверное, фугасики. Вон он стоит, смотрите. Ротный, здравствуйте. Раз. А, я интернет не переключил. Можно было переключить. Не, он наваливает хорошо вообще. Очень хорошо наваливает. Ну, блин, не моя любимая карта. Промазали. И знаете что? Я сейчас опять по работке отваливаюсь. Короче, душат. В конце недели не вариант вообще тестик писать. Ладно, сейчас, секунду. Новая карта началась. Пока я ходил, что, 7 минут, что ли, прошло? Жесть полная, да. А, в общем, как видите, из-за карты фарм очень сильно разнится, потому что большие расстояния. Мы ползем, и тут я, наверное, вряд ли даже левел наберу сейчас. Но постараемся сделать. Как раз 18 минут покатаемся, я, наверное, уже домой пойду. Будет такой коротенький видосик. Но производительный, да, потому что 2 левела апнули уже хорошо. Пацан что-то вообще там фигачит. Как надо. Хилку пока брать не будем. Если что, задком отступим. Так, давайте поменяемся. У нас есть вкусная цель, которую не хотят, чтобы мы убили. Раз. И я вижу сразу же второй килл. Я думаю, мы победим. Блин. Давай. Да что ж такое? Отъезжай. Хе-хе-хе. Произошел кайтинг. Блин, долбанный этот камень. Нет, второго тела не будет. Ну и ладно. Как-то коряво, да, начали? Надо бы переснять. Это, наверное, нет. Не будем ничего переснимать. Время у нас нету на эти шуточки, минуточки. Давайте, самый крутой кумуль сейчас полетит. Ну он, блин, в этот... В дом врежется. Ты кто, мужик? Непонятно кто. Ну, да ладно. Неважно. Хорошо стреляет, мужик. Хорошо. Блин, тут и народу мало. Мы сейчас просто провисим 17 минут. Мне это немножечко подбесивает, да. Да хватит стрелять. Я не нажимаю на кнопку вообще. Че у меня с сенсором сегодня? Попадем? Нет. О, это наша смерть. Смотрите, стоит. Раз. Ха-ха, вот так вот. Одного выстрела не хватило нам. Так, парень броневой. Мы прокачали немного. Да и ладно, нормально. Тоже неплохо. Переключимся. Сейчас уже вылезет арта. Или не арта. Давайте в этого постреляем. Он должен быть крутой. Неуязвим. Не, типа мансю, типа про. На самом деле...
Балуюсь просто, да. Так, хилка есть, давайте возьмем ее. Забор хотел сломать. Ну, я как бы его сломал, но все равно замедлением поедем. Блин, много народу. Давай, давай, мужик, давай, 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 давай. Ты меня не видишь, я крутой, подкрался незаметно. Ой. Там вот прям кто-то стоит, смотрите. Дружбан наш. Замечательный килл. Блин, под хилкой мы его, вот этого давайте заберем. А он уже сам забрался. Раз. Мои любимые цели пошли. Ну ладно, нормально, опыт идет. Тчпака, мы походу его шотаем. Ой-ой-ой-ой-ой, рикошет, мужик. Не надо в меня стрелять. Ладно, нормально. Не, ну накиляли хорошо с 3-7-2, прям как про. Ну, я понимаю, что это киллы такие, блин, рандомные. Но гнобим, гнобим, да. Когда гнобишь, вот, именно в команде в своей, игра обретает другие совершенно краски. Не сказать, что это хорошо. Ну, таков путь. Там кто-то стоит. Ну, он прям, смотрите, они пасутся на респе у них. Можно поподрезать, конечно. Либо перезайти в другую катку. Да, такое создается ощущение, что я люблю проигрывать. Нет. Просто это не особо интересно. Пастись на респе. Потому что мне, в принципе, результат-то не нужен. Мне нужно фан. Вот это уже не фан, это издевательство. Вот один чувак вышел, нас осталось двое, причем трое против одного, скорее всего. А, ну хорошо, меня сейчас убьют. А, нет, он зашел. Я не хочу снаряды менять. Приехали и приехали, да, надо было снарядики, конечно, поменять. Вот, 2 на 2, в принципе, законно. И крутой чувак против нас зашел, перекинулся, так сказать. Так что будет весело. Вот, они теперь с друг другом месятся. Нет, блин, надо, наверное, перезаходить. Народу нету. И мы просто сейчас ползем. Ну, хотя заходит тоже народ. Да, заходят, заходят, нормально. Поперло, поперло, уже есть народ. Будет в кого пострелять. А что ты встал? Давай, езжай, мужик. Стоять тут нельзя. Нет, мужик, не надо в меня стрелять. О, еще один какой-то чувак стреляет. Сюрприз, мазафака! Нет, я думал, тоже убью. Но он сейчас сдохнет. Давай, 6 смертей, 6. Походу, отразил. Ну, ракета в него летела, типа как. Ну и вот, смотрите, я свапаю, и чё? Я свапаю через весь экран. Это же неудобно, пипец. Даже на их... Шот. Просто шот. Здравствуйте, меня зовут Шот, блин, а Шот. А, жесть. Так, где-то он тут стоит. Но он все время тут, походу, стоять будет. Вот сюда вот заезжает и парит респ наш. Типа туда-то вообще никогда не смотришь. Блин, я, наверное, перезайду все-таки в какую-нибудь другую карту. Мы занимаемся и... прогулочкой, блин, до респа. С респа на респ прогуливаемся. Сначала к ним, потом тпшимся на наш. Тыц, нормально. Давайте так, наверное, сделаем. Напережение. Нормал дес. Тоже хороший противник. Давай, умирай. Чисто так методично. Коса смерти едет. Там еще кто-то стоит. Объезжает, объезжает, объезжает. Ах ты, сильно взял. Нормально. Прям к нам в руки киллы ползут. Это очень хорошо. Вот. Прям мана небесная, смотрите, сыпется. Чувак, подожди. Ой-ой-ой-ой-ой. Орудие повредил, надо было на секунду раньше повредить, и он бы в меня не стрельнул. 10-6. Хорошо. Народ подтянулся, там уже какие-то скорострелы подъехали с маленькими калибрами. Во-во, вот он. Не попадем.
Короче, будет сейчас весело, нормально, раскатаемся. Я посмотрю по времени, если останется. Ну, хотя вряд ли оно останется. Но как раз. Надеюсь, хватит опыта. Ну, хотя вряд ли, блин, мы ездим. Здорово, мужик. Раз. Два. Отлично. Блин, надо было из чатика народу позвать. Да и все, что я парюсь-то. Там сидит много народу сейчас. В тастик-чате. Ну, как-то видите. Зовешь народ, а к тебе какой-нибудь урод приезжает. Без встречи. Назначенный. И ты с ним трепишься полчаса, а ни о чем. Ну как бы нафиг-то тоже не пошлешь, что? Мне в танки надо поиграть. А пацаны-то играют, и вот как-то неудобно перед пацанами. Поэтому я особо никого не зову. Давай. О, скорострельчик. Но он птура возит. Дымы надо брать. Я все хотел же дымы взять. Ну как-нибудь потом. Надо урон, наверное, все-таки поднять. Птуры не такие редкие, хотя мы сейчас чем больше будем подниматься по ИБшкам, тем больше птуров будем видеть. Ну, я вижу, откуда ты стреляешь. Заметил. Сейчас я подъеду, подожди. Ты килл мне привез, да? А, подождите, если до 50 киллов, то, в принципе, мы сейчас уже закончим и еще один бой начнем. До 50 же? А, 75, ну тогда вряд ли. И как я понял, снарядики не поднимают ИБшки, потому что перед заходом я опять посмотрел, у меня было 33 Б. Давай на шару. Не попал. Ну ладно, бывает. О, серк к нам перешел. То есть, в принципе, про БПСы можно забыть. Вертолет стоит. Возьми вертолет. Ты че, мужик? Нет, я думаю, танк будет у нас хороший, когда мы его полностью апнем. Я люблю в топах ездить. Вообще шикарно. То есть, есть все. Нормально, да. Сейчас динамики, допустим, нет выживаемости. Ты страдаешь. Ну, ты там по другим ситуациям страдаешь, конечно, в топовых вариантах прокачки, но все равно. Ну вот, то есть, смотрите, с БМВ-хой держимся на одном месте, можно так сказать. То есть, в принципе, нормально. Не успеем. И вот здесь вот экшена больше как раз в разы, чем в этой картошке. Мы вот сейчас сидели в чатике, общались. Пока у меня там перерывчик был. Про картошку говорили. Я вот чё, все, что хотел, то сказал, да. Блин, мы даже его попасть не можем. Давай, бац, 193, давай еще раз. Нормально. Сейчас, правда, мы, ну, не отъедем, но будет... О, нормально. Прям хилочка в руки. Ну, точнее, не совсем в руки, но залетела. Нормально. Бажим. Так, хотел БПС-ку взять, вспомнил, что советов нет. Сдохли, короче. Ну ничего страшного, да. Вертолет прям в камеру летит. Так, где-то он тут. Блин, их уже поубивали всех, пока я респался. Танки, не стой. Мне нужен цвет, говорит ОНО-2. Фанат фильма, наверное. Ай-я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 й. Давай еще раз стрельнем. Орудие. И нам везет. А где он, кстати? Он нигде. Есть зато... На... Я не знаю, как не читается, не буду. Ну, я так не попаду. А, подождите. Тебе нужен свет? Ты поехал светить, мужик? Ну, молодец. Я, наверное, на арте также буду играть. Я не могу стоять вообще на месте. Чувак сильно хочет меня убить. Отразил, блин, так бы убили, наверное. Ну, такой напряжный момент был. Прям взгрустнул немножко. Так, а что по громкости? Что-то по-моему... Нормально. Ну и вот уже советы подъехали, походу. Отразительные. Нормал дес. Он под хилкой, мы его не убьем уже. Только если пушку выбить. Не выбьем. Сильный танк тоже. Это кто он вообще? А это не тот танк, на котором я езжу? Нет, это другой, походу. Дай фугасом попробуем в тебя.
107. Ну, такое, не очень вкусно. Но нормально. Опыт пошел. Прикольно, по трассерам. То есть ты не видишь цели. Ах, ты не убил. Но видишь, куда пацаны стреляют. Ты такой, хоп, навелся и увидел кого-то. Приколдес. Вертолеты берут, сволочи. А мы их позбиваем. Увидел, что ли? Представляете, да, на вертолете летишь, буф, в тебя танк стреляет. Ты такой, а, нормально, половина здоровья есть. Летим дальше. Я, короче, когда играю в кораблики, все время хочу сказать, едем, там, поехали, я не знаю, выкатываемся и так далее. Когда поиграл в кораблики, заходишь в танки, начинаешь плыть куда-то все время. Путаешься. Ну, корабли тоже считают топчик. Правда, более такие времязатратные по... Ну, хотя, блин, танк-тастик, это, наверное, самый времязатратный по фарму. В кого стрелять-то? Кого убить? Давай тебя. 58, невкусно, давай перезарядимся. Все равно преимущество есть. Уже вкуснее. Все так быстро. Сколько времени осталось? Давайте еще одну катку. Мне опыта по-любому не хватит. 3700 дали. Так, что эту? Давайте, может, другую? Которая заканчивается. Блин, давай, подожди. Ну, блин, тут больше народу. Придется сюда идти, потому что заходите два, это печаль. Так, какой план? Наверное, 9 минуток посидим до десяточки и выйдем. И как раз опыта нам будет предостаточно. Давай, убивай. Не глядя, попал, что ли? Это БПСы. Точнее, ББСы просто, да? Ну, приколдес же. Ну, это крутой чувак. Надо подъехать поближе. Привет, родной, блин. Зашел, привет, родной. Очень позитивный ник. Я не успел. Сейчас мы зайдем со спины, как настоящие танкисты. Почувствуем мой кумуль. Только с третьего раза почувствовал. Ладно, учтем. То есть получается, 3 раза по 125, это дофига. Я даже не посчитаю. Ой-ой-ой. Убьем, нет? Там шот был? Это что такое за цифры такие странные? Ну мы как бы коцанные, надо отъезжать уже. Выбрал цель, блин, а он... Давай палец. Не хватает пальца. Выбираешь цель, а он выходит. Но это некрасиво. Так, мне надо было 600 урона, 600 опыта набить. Теоретически мы набили где-то уже 100. Так что сейчас это быстренько набьем, можно выходить будет, да. В смысле, выходите со спокойной душой. Так-то мы еще 7 минут покатаемся. Вертолет летит. Хочешь фугас? А еще? Не, уже не хочет. Уже не хочет. А как его бить? Как-нибудь с горочки только. Он сейчас шороху-то наведет. Ой, вот, выехал, выехал. Ой, это чувак на леопарде, походу. Который нас кошмарил в этом. Это жесть. Надо было назад сдать и на упреждение стрельнуть. Косипор. Фу, таким быть. Да, и кумули у нас лучше стреляют, потому что они третьего левела, алло. Точнее, эти фугасы. А кумули только второго. Когда все в топ загоним, будет весело. Привет, родной, зачем тебе хилка? Посмотри на меня. Надо вот так вот сделать. Нормально. Так, там вертолет лежал. Успей взять? Нет, арта не дремлет. У нас сикач на реактивной арте. Рикошет. Наверное, мы стреляли, попали точнее. Фига он разогнался вообще. Турбовый парень. Ну, арта по чуть-чуть кусает. Не отражай, пожалуйста. Сволочь. Ну, не сволочь, в смысле... Ситуация, сволочь. Нормально. Не, ну он прям в наглую, смотрите. На четверых прыгнул. Арта душит.
Душит там. Вообще душит прям. Надо прям сейчас будет по краешку доехать и жахнуть в нее кумылем. По левому поедем боку. Вон за этим чуваком. Ну, блин, только хочешь выходить, 12 человек забурилось, хоть до конца играй. Ну, в принципе, 5 минут туда-сюда, да? 10. Я думаю, не страшно. Танк-тастик, когда цепляет, когда ты кайф ловишь, то уж все, можно просидеть весь вечер. Допустим, в той же картошке, я, как писал, играю до 3 поражений в основном. И обычно это 3 катки как раз получаются, да. Ну, иногда подольше, конечно, но все равно. И вот реально, за 3 катки тебе уже надоедает, и ты такой, давай быстрее, нафига ты выиграл? Надо проиграть, чтобы выйти. Ну, принцип такой, типа, суперпозиции, блин. Замечательно. А Тастик зашел, блин, 10 минут покатался, пострадал, потом 10 минут покайфовал, смотришь, уже 4 утра ночи, блин. 4 утра ночи, да. Ты кто, родной? Так, под хилочку едет. Ну, мы сейчас в тебя постреляем. А, это даже... Данила! Нормально. Ну, конечно, без друзей бы не справились, но... Тимплей произошел. Все путем. Хорошая вещь. Только дохлая почему-то. Родной стоит. Ну, так фиг попадешь. Позиция какая-то так себе, да? Ну, подними. Вот поднимаешь высоко, опускаешь низко. Вот так вот. Ну, это арта. Че, мне прицел сломали? Может, в аркаде? Так, куда нормально. Да нифига, высоко. Да ну тебя в жопу, короче, вертолет мне стреляет. Давай, ну еще разок. Уворачивается. Я тебя в лопасть-то попал. Что-то не упал. Чувак рашит. Ну я так же играю. На более-менее быстром танке, а не на вот этом вот, блин. Нормально. А! Прям в ухо залетело, из другого вылетело, и все. 5-7, ну в принципе нормально, нормально. Не так профитно, как на десматче, либо на каком-нибудь индастриале, ну, жить можно. Без левела не останемся. Так, стрельнем фугас. Может, зацепим кого-нибудь? А может, не зацепим? Тишина. Повисла мертвым грузом. Я тебя вижу, мужик. Не сопротивляйся. Вот еще один ползет. Маркеров нет, так классно. То есть ты обращаешь на такие детальки маленькие внимание. Чувак высунулся из-за дома, и ты его увидел. Все. Фигачишь. Картохи тупо на карту смотришь. Да в картохе даже на карту нельзя, не надо смотреть, потому что там все едут всегда одинаково. Либо толпой, либо по направлениям. Чисто коридорные карты. Что-то я хейтить начал ее, да? Ну, потому что я сегодня 3 раза слился, хотел поиграть. Слился и вышел, да. И, наверное, из-за этого, причем так с нулями слился. Наверное, осадочек остался. Ну, тут-то ты тоже сливаешься, но такого-то нет. Потому что, понимаешь, если ты сливаешься, то ты тут дно. Вот 100%. То есть ты виноват. Вот, увидите, я виноват. Надо было откатиться назад. А там стараешься, не стараешься, чуваки с нулями, и ты тоже такой же, блин. Вот он приехал. Ну, в тебя нормально, можно и так было стрельнуть. Я вообще нечаянно стрельнул. Извини, мужик, это было не специально, я хотел слиться. Арта едет. Кто там вот? Видели, да? Здесь вот враж пошла. Блин, ну они так-то нас, смотрите, дрючат на 10 смертей, киллов. Надо что-то с этим делать. Давай в бочинку фугасик. Сколько? 165, либо 114. Скорее всего, 114, да. Ну, судя по тому, что в него 3 раза по 125 залетало, этого мало, да. Значит, кумурями надо стрелять. Так, арту вынесли. Мы потихонечку подпушиваем. У него мало здоровья осталось, давай.
Нормально, нормально. Руснаркот. Блин. Фугасы надо. А, орудия выбили. Нам повезет. Ну, почти повезло. Не знаю, сколько опыта дали. Надо бы хилочку взять. Процентов 65 у нас есть на борту. Хотелось бы сотню. Ну, мы можем и задом пострелять, чего нет-то. Куда я стрелял, вообще непонятно. Так, где хилка? О, она исчезла, что ли? Вот она. Не туда поехал. Либо уже другая. Чувак, серый, извини, я тебя кинул за хилки, да. Я обязательно отомщу за тебя. Как появлюсь с респа. Ой-ой-ой, сколько вас тут? Ты кто, мужик? Какой-то опасный тип. Не узнаю в гриме. Ну, совет, совет. Отлетает от БПСов, от некачанных, значит, совет. Не попаду. Далековато. Вон арта опять едет за свою горочку. Сейчас мы его вот тут вот подловим. Ну, давай, бочком, бочком, пожалуйста. Господин. Маловато. Потому что прицел дурацкий. Зачем я его вообще включаю? Что там выцеливать? Это арта. Стреляешь в арту, да и все, и получаешь профит. Опять совет. Здравствуйте. Не хотели бы поговорить о сломанной пушке? Спасибо. Еще один мужик. Хилочку давай. Так, кумули надо в него стрелять. Ну вот потихонечку руку набиваешь, запоминаешь цели. Попадаешь кумулями. Так, тут двое. Пацаны, я только спросить. А, ладно, не выжил бы все равно, там треть появился. 10-10, я рад, я счастлив, в принципе, можно выходить, у нас уже опыта хватает, но ладно, досольемся 8 минут, ничего страшного в этом нет. Да и тем более килл уже, смотрите, надо это, дотянуть победу, вырываемся вперед, точнее, догоняем перед, как-то так, да? Спалился хилкой, мужик. Не повезло, не повезло. Можно даже не попадать. Все равно убьем. А он уехал уже. Родной, да подожди. Видали, да, как он лупит? А в него-то фиг попадешь. А, я не переключился. Окей, окей. Я думаю, что не так? Что так мало? А я фугасами по нему стреляю. Не, ну правильно, у него стоит, получается, перед ним дом. И получается, зазор маленький для разброса. Патрон пролетает. А у нас-то как раз максимальный разброс, где он стоит. И я надеюсь, вы меня поняли, что я хотел сказать. Да если не поняли, уже не важно на самом деле. Блин, они все по левой стороне едут. О, смотрите, мы вырываемся вперед. Конечно, это все благодаря нам, крутому чифта. Ну, йоу, камон, да, нет, нет. Мы на дно как раз тянем Тиму. Усложняем задачу. Ну и Сикач тоже помогает. Хотя у Сикача, наверное, сейчас киллов больше всех. Едешь, разговариваешь, а на тебя нападают. Отразительные парни. И ты их... В сопли вообще проигрываешь им, даже урона не нанеся. Да, у Сикача 17, он молодец. Но арте, как правило, за киллы дают меньше опыта. Поэтому, чтобы им там набить левел, надо пипец стараться сильно много. Либо у них, наоборот, пул просто большой левела. Надо посмотреть. Ну, короче, когда я играл на арте, это было давно и неправда, ты там, блин, делаешь 50 киллов, вот реально 50 киллов, а тебе дают пол левела, и ты такой, чё? Ну, я, конечно, все вот это упрощаю, но все равно... Плюс-минус так. О, пацан стоит. Кумуль тебе в гуслюль. О, здорово, мужик. Я тебя прикрою, дружба. Они прям рашить пошли, жесть. Они понимают, запахло жареным, надо сливать пацанов наших. Ну я сейчас тоже, пацаны, подождите, не убивайте его, дайте меня тоже убить. Давай, раз. За хилкой не поедешь, мужик? Ну, езжай за хилкой, что ты. Ну, ладно, я возьму. Я предлагал. Вы... Ай, самолет сейчас больно сделает. Пфф, убил. В зачет идут такие киллы, интересно, нет? Ну, ладно, неважно, в принципе. Ну, так-то пот. Ну, в смысле, такой поток. Поток, приятный поток. Охлаждающий. Летний бриз, да. Из пота, блин. На, давай, нормально. Ведь он с волыной наперевес, арта там сзади, на заднем фоне лупит.
Попали хоть раз? Нет? Не знаю. Вот так вот где-то надо стрельнуть, в арту попадем, смотрите. Бинго! Нет, ну ладно. Она вон, она спряталась. Это родной уже. А так вон она стоит, смотрите. Прям в упор. Убили уже, да. Пока смотрели, убили. Ничего страшного. Кто-то, короче, решил выиграть катку. Давай, раз. Вот аимчик бы не помешал. Я торможу. Повезло, повезло. А я что-то его вообще убить не могу. Смотрите, смотрите, 2 кило осталось. Я всрал игру, потому что из-за меня, вот, смотрите, перевес 4 кило. Стыдно, 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 стыдно. Вон там вот коцаный. Подожди, я тебя прикрою, мужик. Где там кто? Вот. Он-то меня шотать может. Кто где стреляет? В кого попадает? Я не понимаю. Арта душит. 1 кило остался, я сейчас как раз сдохну. Королевская смерть. Не я, да и ладно. 2900 дали. А что так мало? А, мы еще предыдущую карту играли. То есть все нормально. Давайте посмотрим. Левел-то хотя бы один есть? Может, даже два? Нет. Размечтался. Так, что берем? Я думаю, надо кумулив добрать, потому что мы ими чаще пользуемся. Потом возьмем еще БПСки и будет вообще фонтанчик. А БСами мы, по-моему, вообще не работаем, так что пофиг на них. Так, и они, тем более, и бэшек нам не дают. Ну, для чистоты картины, наверное, все-таки их тоже возьмем. Это не какой-нибудь там дым, который можно не максить. С чистотой моих смертей дым максить смысла нет, да. Так, посмотрим, сколько и бэшек. 33 так и осталось. Ну, короче, как начинали, так и закончили, да. Ну, ничего страшного. Главное, мы самые полезные модули сейчас взяли. Теперь еще двигатель башни будем брать, потом выживаемость топить. Потом все остальное, да. Как-то так. А пока на этом все, ребятки. Большое спасибо, что посмотрели. Если смотрели, конечно, да. Так, стоп, не расходимся. Я забыл кое-что сказать, что хотел сказать в самом начале. Вы меня очень часто просили сделать видосики про советские танки начальных левелов, так сказать, дедов из 3-4 и так далее. В общем, Вове сделал видос про их всех. То есть там и 3-й, 4-й, 7-ка, 10-ка и даже всякие луноходы есть. Так что вы можете посмотреть, я ссылочку оставлю. Там довольно-таки все кратко, весело и наглядно, так сказать. Так что переходите, смотрите, буду вам благодарен. А пока на этом все. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем пока, играйте в крутые игры. Пока-пока.